Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, четвертый день, забираем 35 рун. Так, шикарно. Беззубик. Что нам принесет? Рыбу. Причем так мало. Надо его опять отправлять. Сейчас посмотрим, что у Йохана тут есть на торговле. А у него ничего для нас полезного нету. Полезного дофига, но ценник совсем не полезный. Так, сразу отправляем ветрокрыло за добычей очередной. Так, этого за рыбой, этого за древесиной. Сарделька, что нам принесет? 4 руны. Понял, принял. Давай налево. Бесплатно. Барсик. Так, барсик нам дает 12 рун. Давай, сначала огонь. Кривоклык. Давай, у реки. Бесплатно. И Грамгильда. Что даст? Руны. Ну, выбор невелик. Либо янтарь, либо руны. И выпадают нам руны. В меньшем количестве, конечно же. Хотя нет. Наоборот, в большем получается. Так, ну ладно, это не имеет значения. Сейчас мы с тобой отправим в приключение ее. Пускай летит. Так, этого за дровишками отправим. У нас рыбы мало. Хватит нам на прокачку. Ну, как-то так. Надо будет еще немножко рыбы, чтобы дальше прокачивать. А пока мы его отправим. Да что ты делаешь, а? Разместить. Ну, понятное дело, что в ангаре. Понятное дело, что в ангаре. Так, новая способность. Давай, Бринка, подкачаем этих ребят. Пускай тренируются. Так, этого за дровами отправляем. Это все дело забираем. Сегодня мы допройти должны события, друзья. Не знаю, получится или нет. Модификрылка. Но ты-то что у меня тут? Ну, конечно же. Что он может еще нам предложить? Тусклый янтарь, само собой. И именно на него выпадает. Да. Зачем давать железо, когда можно фуфло всякое кинуть? Давай, лети. Ну, чего ты тут стоишь? Высматриваешь. Иди работай, занимайся. А то стоит тут. А я сейчас кое-что гляну. Подожди, где у нас? Так, подожди, я постоянно теряю этот маленький никчемный островок. Не могу никак его найти потом. Так, здесь рыба. Давай, лети. Громилет. Немножечко прокачался у нас. Чуть-чуть буквально. Пока вроде бы все, да? Ну, такое впечатление, что все. Угу. Рыба. Ну-ка, если мы тебя... 51 миллион. Нет, не хочу. А вот этого, пожалуй, отправлю. Бронекрыло. Скороход. Роза ветров. 360 миллионов берет роза ветров, прикинь. Че так дофига-то? О! Перешкур у нас получил уровень. Так, погоди. 165 лямов. Нормально так древесины получаем. Эх, еще буквально чуть-чуть. И уровень бы получил у нас. Так, 700 тысяч миллионов древесины. Лети. Лети, родной. Так, ну что, мы давай
Бесплатно откроем пак. Крылатый ужас, лаварык, душитель. Дальше здесь забираем наши награды. Пускай дальше ползает. А здесь у нас янтарь блестящий. Во, две штучки. И пак, по-моему, последний, да? Точно. Шторморез, шепот смерти, костолом, громоль, защитник и все. Паков у нас больше не осталось, к сожалению. Давай-ка попробуем получить сегодня награду какую-нибудь, если получится, конечно. Отлично. Как раз хватает. И 30 рун. Ну и прекрасно. Так, тут вроде бы все. Единственное, что я, наверное, возьму рыбу. Опять очень мало дают рыбы. Да что ты будешь делать-то, а? Они как специально дают. 15 миллионов, 75. Раньше, я помню, вообще давали там немерено. А сейчас просто смех на палке. Ну что, друзья, пора. Пора нам, наверное, добивать события. Осталось 14 часов. Поехали. Как раз 5 заходочек. Нам хватит, чтобы это все дело пробежать. Ну что, две волны. Ужасное чудовище у нас тут встречает, которое промахивается, ко всему прочему. Ну давай, супостат. Ударил все-таки, а? И кто у нас тут? Два стража. Два стража — это плохо. Начинается у них тут веселуха. Уйди со своими фаерболами. Все равно влупил, да? Наверное, его в первую-то очередь надо валить. Потому что он у нас фаерболщик вшивый. Сейчас задолбает нас, просто задолбает своими фаерболами. Ну все, на следующий ход ему крышка. Он, правда, опять фаербол свой выпустит. А нет, смотри-ка. Не стал. Ну и хорошо. Сейчас будет огнем? Нет, разбег. Зашибись. Просто выбил. Выбил моего знакомого дракончика к чертовой бабушке. А там такой викинг. Эх! Расстроился аж, бедолага. За голову там хватается. Ну и все, победа. Давай крутанем рулетку, посмотрим, что она выпадет тут. О! Древесина. Ну лучше бы, конечно, рыба. И продвигаемся на мини-босса. После него получаем 100 рун. Неплохо. Так, здесь два. Два дракона. А волны будет 3. Плохо. Сейчас попробуем. Ага, не выйдет, да? По-быренькому не получится его завалить. Он сейчас будет понижать броню. Так, минусанули. Вот теперь гарморога надо пинать. В атаку. И, наверное, хильнемся. Да. Хильнемся и добьем. Чего? 3 пристиголовых? Офигеть.
Они сейчас тут такое жаркое могут сделать с нами. Блин, пониженная броня. Давай добьем. Хильнемся. Бальчику досталось. Так, добьешь? Добьешь. Молодец. Ты смотри, что вытворяет, а? Просто полюбуйся на это. Нет. Давай вот так вот. Еще не лучше. Еще, ребята, не лучше. Смотри, что вытворяют здесь. Давай еще. Ну, правильно, конечно же. Все будут сейчас сюда атаковать. И этот тоже, да? Нет. Я сделаю так. Потрачу, наверное, вот так. Это вынужденная мера была. Фу, нам повезло. Вот тут нам повезло, что он промахнулся. Давай, наверное, вот так вот. Раз, два. И вот так. Ну что, до свидания, парень. Рулеточка, рулеточка, что ты нам дашь? Опа. Ну что ж, тогда у меня сегодня получит уровень беззубик. Плюс 100 рун. Давай забирать. Так, и пока я не забыл, давай-ка все-таки прокачаем. Есть. Беззубик получает 90 уровень. Открыто новое путешествие. Нюхогорб. О, его можно, ребята, обучать, отправлять. В титаны. Так, ну предположим, он пойдет в титаны. А у нас 525 маловато, да? Маловато рыбы. Так можно было бы и этого отправить. Сколько он там просит? Ну, почти 700. Почти 700 миллионов. Ну, ладно. Так, испытание осталось менее 24 часа. Так я знаю, что ты мне втираешь. Поэтому я иду на это испытание, прохожу его. Потому что оно скоро закончится. Так, три волны. Первый у нас тут маленький громилечек ждет. Страж, который. Давай-ка его вот так. Ну, он крепкий малый, смотри. Блин, задолбаешься его пробивать. Ну-ка, раз. Ага. Так, вторая волна. Ну куда вы опять этого скалотряса сюда добавляете? Ну зачем он тут нужен? Бесявый. По хпшкам, ребята, он слабак по хпшкам. Но вот именно когда он начинает пережевывать, а если еще, не дай бог, вот как здесь с атакой усиленной, это вообще жестко будет. Сейчас этого добьем. И последняя, третья волна. Вот почему они взяли моду этого ставить вместе с ним? Зачем так надо делать? С этим пристеголовым. Блин. Что-нибудь сделает он нам или нет? Фигня. Это мы как-нибудь переживем. Ну все, в принципе, мы тут разобрали их. И добиваем. Опять нам достается рыба. 658. Все равно немножечко не хватает. Пак. Угу, забираем. И опять у нас мини-босс. Ну что ж, поехали. Покажите нам, кто там у нас. Сколько волн? Волны будет три.
плохо. И пресеголовые одни тут стоят. Посмотри, а. Одни пресеголовые. Фига ты. Ну давай еще ты сюда же, нет? Так, добью. Просто укусим. Мне надо будет хильнуться. Еще вытворяет. Чепушила. Так, ладно, залечиваем раны. А здесь кто? Здравствуйте, приехали. Два громыльчика мелких. Два мелких громыля. Так, уклонение. Попал. Так, через хилочку, наверное, да? Давай, хильнемся. Блин, нам бы одного хотя бы уничтожить, было бы уже хорошо. Фаербол сейчас полетит. Не удивлен, нисколечко. Лечимся. Кусаем. А кто же тут, интересно, будет мини-боссом? Да ты запарил уже барсика-то бежать мне, а? Вот ты неугомонный. Смотрим. Так, громобой, ё-моё, и проныра, да? Надо с проныра начинать. Надо начинать именно с него. У этого атака слабая. Ульта, я имею в виду. У этого даже будет намного сильнее, поэтому пробьем его, а потом уже займемся громобоем. Так, минус тряпка. Поехали. Понижаем броню. И начинаем его немножечко тут разбирать. Хе, промахнулся. Через отхил. И добивка, наверное. Все. Да надо же, ареновский пак нам выпал. Ну что, забираем. Еще один пак. Содержит 5 элитных. Шторморез, кривет, шипорез, стальной проныра, экзотический шепот смерти и кривоклык. Блин, нам еще 12 карточек нужно на него, чтобы прокачать его по уровню. Ну что, последний поединок. Это босс, собственно, персоны. Давай смотреть. Музло, как говорится, у меня забрали. Сиди в тишине, Рэй. И не хрюкай. Ладно, с этого хламона начну. Начну именно с него. Ну, так, понял. Добиваем. А вот этот вот охламон сейчас будет, наверное, нас глушить, скорее всего. С разбега. Кого? Кого первого? Только главное, чтобы не уничтожил. Это терпимо. Так, мы можем на него повесить слепоту. Вообще звук исчез. Любой звук, который был, его не стало слышно. Я сделаю, наверное, вот так вот, на всякий случай. Кусаем. Ну, что он там сейчас? Так, дай ему крышка, все. Переходим на вторую волну. Вот здесь уже будет похуже, потому что два пристеголовых. Ну и сам видишь, кто громоли здесь мелкий стоит. Поехали, начнем с этой стороны. Стоит ли мне... Мне, наверное, пока не стоит хил тратить. Потому что, ну, здоровье у всех вроде более-менее. Сделаем это чуть позже. Вот если это сейчас будет фаерболами гасить, это будет, конечно, беда. Блин, ты посмотри, а. Еще я атаку понизил. Ну, буржуй. Кривоклыку, именно кривоклыку повесили дебаф на атаку. А он мне нужен здесь для того, чтобы валить вот этого вот мелкаша. Ну что, сделаем, наверное, вот так вот. Ответка сейчас. Огонь, да? Угу, промахнулся. Добили. Ну что, он остался один. Все, в принципе, ему здесь уже будет полная труба. Мы его тут втроем запинаем сейчас.
Давай, наверное, повешу дебаф на него, чтобы быстрее его разбирать. Ну что, воспользуется он фаерболом или нет? Конечно же. Конечно, воспользуется. Ё-моё, я думал, мы его сейчас добьем. Все, ребят, событие пройдено. Так, на рулетке нам выпадает рыба. Вообще замечательно. И забираем пак. Там, по-моему, испытание, да, если не ошибаюсь. Все это полетело мне на почту. Так, здесь берем награду. Ну-ка, дай-ка я гляну. Да, серия испытаний, набор. Рыба, древесина. Так, руны. Кревет. Ну, этот кревет у нас есть. Давай в ангар его отправлять. Ну, что поделаешь. Да, да, я хочу его в ангар отправить. Содержит новичков. Шторморез, кошмарный пристеглов, ужасное чудовище. И все. И загадочный пак. Громобой, шепот смерти, шторморез. И немножечко ресурсов. Так, теперь что я хотел? Оу. Да-да-да, у нас же здесь построилась лесопилка. Слушай, смотри, лесопилка уровень 1. А как нам прокачивать вообще лесопилку? Ее можно как-то прокачивать? У нас же лесопилки здесь, по-моему, есть, да? Они все у нас первого уровня. Так, сколько нам там не хватает еще? Еще немножечко. Я вот единственное не знаю, стоит мне прокачивать склад железа или все-таки мне прокачивать наши домики. М? Друзья. Я ведь мог бы и домики прокачивать. Насколько мы знаем. Где у нас лесопилка-то? Ёк-макрёк, я что-то не вижу ни одной лесопилки. Так, ладно, сейчас не об этом. Давай, родной. Лети. И он полетел. Здесь забираем излишки. Ну что, друзья, я тогда предлагаю еще набить нам 3 пака. Потому что ничего здесь нету, пусто, ничего не открывается, не активируется. Поэтому, я думаю, никто не будет против, если я решу подзабить это все. Опа-на, нифига себе. Он имеет и простого, и еще вот такого. А хо-хо, не хо-хо. Двоих. Это матриарх, да? Блин, мне надо было начинать с матриарха. Он вот этот же, по-моему, станет. Или этот? Нет, этот, по-моему, энергию просто забирает. Вот тырки, а. Фига себе, просто взял и сожрал энергию всю. Так, я его уничтожу. Блин, сейчас, сейчас станет будет. Да, 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 да. Именно его он начал станить, а. Жук. Блин, надо было вот это ставить мне. Ай-яй-яй, сейчас что-нибудь, сейчас добьет. Нет? Тогда этот опять сейчас. Ну, я так и понял. Я так и понял. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Хотя этот добьет сейчас здесь. Даже удивляться не стоит. Давай стань своего кореша там. А мы добьем тебя. Так, что, прозрел? Засранец мелкий. На тебе еще слепоту. Чтоб не выпендривался здесь. Да-да-да-да. Далеко побежал-то, бегун. Бегунок несчастный. Ну, вот и все. Так, ребят, у нас второй поединок. И здесь враг номер один. Вот он. Именно с него надо начинать. Зашибись, он идет третьим. Он, значит, сейчас успеет суперудар еще сделать. Он никогда, ребята, не упускает возможности использовать свой суперудар. Ну ты посмотри. Ты, вот ты полюбовался, да, что он сейчас сделал? Соответственно, они сейчас его уничтожат, Барсика. Как пить дать? Слушай, а может быть... Да нет, хотя... Мне хотелось бы, чтобы он выжил.
Но добьет же. Вот этот вшивик сейчас добьет. Утырок несчастный, просто утырок. Других у меня слов на него нету. Ладно, поехали. Сейчас главное нам вот этого ушатать, а с этим мы разберемся уже. А, еще и промахнулся. Так ему и надо. Бомбим сюда. И убираю этого отсюда, хламона. Вообще везуха, просто везуха. Под фаерболами он промахнулся. Так, и последний, надеюсь, у нас поединок. Здесь... Это сарделька, что ли? Блин. Так, Барсик, ладно, пропущу я его. Он не так опасен нам. Самое опасное здесь сарделька со своими двумя атаками. Бесявыми. Но если, конечно, будет промахиваться, это хорошо. Так, вражеский Барсик тоже имеет две атаки. И громорок сейчас ходит. Да... Сразу же понижение атаки. Давай, наверное, сюда сделаем. Мне просто проще будет с сарделькой справляться, когда она останется одна. Чем их тут... Опа, выжил. Мой барсик успел еще и выжить даже. Давай укус. Хилка есть? Есть. Ну что, вольнет? А, он переключился. Тогда, мне кажется, ему крышка. Еще раз хиляемся. Барсик почти имеет фулл хп. Да все, 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 все. Он переключил свое внимание на штормореза и тем самым сам себя подвел. Ну что, ребзи, как видите, у нас три обычных пака. Не самый, конечно, лучшая награда. И пак вождя. Шторморез, парящий прихвостень, ищейка. И все. Да, не густо. Совсем, ребят, не густо. Ну что, а на этом можно и закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.